Начинаем с информации о смертельном ДТП, которое произошло накануне в Новосибирском районе области. Один человек погиб, двое получили серьезные травмы. Все случилось примерно в 16:00. Hyundai врезался в ассенизаторскую машину. За рулем Соляриса был 22-летний мужчина. Он ехал по улице Промзона, это в Кольцово. Направлялся в сторону поселка Железнодорожный. По предварительной информации, решился на обгон у дома номер 61 и столкнулся с попутным КАМАЗом, который в тот момент поворачивал налево. Необдуманный маневр привел к трагическим последствиям. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинское учреждение были доставлены два пассажира автомобиля Hyundai. Один из пассажиров в последующем скончался. Личность пассажиров в данный момент устанавливается. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная оперативная группа Новосибирского района, сотрудники госавтоинспекции.